Виталик за рулем едет, и Вовчик. Рыбалку, да? Что мы там, удочки едем удочки, покупать? Катушки, да. Ты думаешь? Может, сюда настройки Так, вот дорога на Гютерслоу, да? Он Гютерслоу живет? Да. Там типа окраина. Ну да, с моей стороны с удобно, хорошо. Конечно, с моей, 10 километров, это с моей. Если был бы центр, короче, это было 20 километров. 20-25. Вот по линии в колледж 25 километров. На машине от моего дома. Пастбище, да? То есть направо пропускаем. Через 200 метров поверните налево. Да, стекло мне надо срочно пленку отодрать. 30 зоны. Поверните налево. Еще по хамарям. Поверните направо. Так, едем за рыболовными снастями. Почти приехали. Куда тут нам? Направо, да? Бля, какое грязное стекло лобовое, это просто жесть. Ну что, какой-то городишко прикольный, но это не Гютерслоу еще. Это типа какой-то штат. Ферм. Да, это ферм налево. Это ферм. Мы в бассейн здесь, понял? Вот я, кстати, второй раз в Ферле, в центре здесь. А в бассейн обычно так едешь по трассе там. Поверните налево. Ферль. Домик какой. Ух ты, 905 года. И Лидл с радужками. Аптека. Когда кто-то видит, что ты на них камеру наводишь, смотрят как на дикаря. Поверните налево. Так, приехали. Ваше место назначения находится слева. Приехали. За удочками. Где-то тут, да, 21 дом? А? 19. А где 19 ты увидел? 40 грамм. Вот смотри. Я тебе на твою удочку покажу, да? Вот. Вот он. Например, смотри, помочь уже. Например, 20-40 грамм будет, допустим. Берешь. Ты, например, там все стоит. От фирмы зависит. Это вот, например, панда, это вообще пиздец.